чашечкой так. Милашка, давай еще, пробуй. Сильнее, котик. Еще. Еще давай. Молодец, умница. Дуй давай. Еще. Необходимо работать над развитием дыхания у ребенка. Если мы Милане закроем чуть-чуть носик, давай, Мил, язык трубочкой, смотрите, то карандаш сдувается практически сразу. А вот сейчас мы пробуем сдуть с носом открытым. Дуй, дуй, дуй. Сильнее, сильнее. Милаша, лапы растопыривай. Бумс. Язык. Молодец, красавица. Еще давай. Сильно. Умница моя. О, какая красотка. Да? Да. Да, скажу. Сейчас Милане 5. Мы занимаемся 9 занятий. Речь у Миланы состояла из невнятных гласных. В результате массажа, упражнений на дыхание мы научились выговаривать достаточно большое количество звуков. Да, нам пока приходится закрывать немножко носик, но это дело техническое и временное. МРТ при обследовании Миланы показывало, что у ребенка все кости целы, на месте. Нет расщелины твердого и мягкого неба, соответственно. В результате фибра ларингоскопии был выявлен парез мышц мягкого неба и недостаточное смыкание небно-глоточного клапана при фонации. В результате этого у Миланы такая нечеткая, невнятная, назализированная речь. Все это можно исправить. Главное заниматься и видеть. Да? Собачка. Как тебя зовут? Мина. Маму как зовут? Милана разговаривает. Диагноз у Миланы ринололия. Для того, чтобы научиться разговаривать, нам надо очень хорошо отработать дыхание. Нам надо развить наши связки. Да, и будем разговаривать. Да. До. Давай, мой котик. Дай, пойди. Гласные пойди. Мы научились фыркать, как лошадь, да? Милашка, давай так. Нет, давай так. Сильнее. Давай, давай. Надувай щеки, Мила. Молодец, втяни щеки. Надуй щеки. Втяни щеки. Хорошо. Милаша, фыркай на платочек. Давай. Сильно. Сильнее, Мила. Еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чем я буду есть блины? Чем блины дадим поросенку? С мясом, давай с мясом блины. Не хочу с мясом блины. А чем ты хочешь поросенок блины? С яблоками хочу. С яблоками давай дадим? Скажи, яблоками. Яблоками давай, блины дадим с яблоками. Поехали. Дышки мы делаем так. Да? Потому что д-д-д мы говорить не умеем. Говорит д-д-д. У нас н-н-н-н-н-н. А мы говорим так. Д-д-д-д-д-д-д-д. Чтобы выговаривать звук д, надо закрывать носик. И говорим д-д-д-д-д-д-д-д. И будем делать вот так. Д-д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 
Милана ребенок взрослый, может сама одной рукой держать соску, второй закрываем нос. И давай да-да-да-да-да. Давай быстрее. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Плотнее, Милаша. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Теперь пробуем. Ча. Мила, на выдохе. Ча. Еще раз. Ча. Умница. Хо. Отлично, еще раз. О, кто сказал? Я. Умница. Ну-ка, пошли-ка. Кашляй. Ползи. Еще. Ползи.
Ответ. Г. Г. Горло напрягает. Г. Мила. Г. Г. Отдыхай. Давай. Г. Г. Горлышко. Г. Давай, давай. Г. Еще. 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 Умница. Волшебный мой кот. Просто волшебный. Да? Да. Да, красотка моя.